Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» готовится к очередному матчу в Лиге Европы. Завтра в рамках второго отборочного раунда Еврокубка горняки примут на своем поле литовский «Атлантас». Первая встреча команд в Клайпеде завершилась нулевой ничьей. В канун этого матча подопечный Виктора Кумыкова повезло. Команда отдыхала почти неделю. Сегодня «Шахтер» провел предматчевую тренировку. Все игроки находятся в хорошей физической форме, сообщил тренер. За время предыдущей игры в квалификационном раунде команды-соперники изучили друг друга тактически, оценили физические показатели. Но борьбу в Еврокубке продолжит тот, кто сможет должным образом настроиться на игру, убежден наставник горняков. Единственное, чтобы наши футболисты не подумали, что вопрос уже решен, там как бы сыграли там 0-0, и здесь можно обыграть там легко. Главное, чтобы вот таких настроений в команде не было. Мы где-то стараемся профилактические меры для этого принимать.